Здравствуйте! В этом ролике посмотрим, как заполнять профиль компании. Так как при регистрации профиль компании выглядит довольно пусто, и его необходимо заполнить. Для этого переходим в пункт меню в UDS Business, переходим в пункт меню профиль компании. И здесь заполняем информацию о компании. Загружаем логотип. Добавляем описание. Также указываем телефон. Он необходим, чтобы в приложении была кнопка «Позвонить». Также можно добавить акцентную кнопку. Например, если это салон красоты, то это «Записаться на прием». Если это ресторан, то это «Забронировать столик». И здесь добавить ссылку, куда эта кнопка будет вести. Да, в нашем случае напишем просто наш сайт. И, соответственно, ссылку по данной кнопке. Нажимаем кнопку «Включить». После каждого изменения необходимо нажимать кнопку «Сохранить». Также стоит добавить ключевые слова. Это необходимо для того, чтобы клиент в поиске по ключевым словам мог найти нашу компанию. И необходимо добавить номера телефонов для мессенджеров, чтобы у клиента в приложении была кнопка «Написать». И он мог написать не только в UDS, но и в том числе для себя мог выбрать удобный способ для чата. Например, чтобы клиент мог написать в WhatsApp. Нажимаем «Сохранить». Переходим в раздел «Адреса». В разделе «Адреса» указываем адрес, уточнение компании, уточнение адреса, например, там с торца здания, либо какое-либо другое уточнение. Также можно написать название филиала. И здесь же в разделе адреса указывается режим работы компании. Нажимаем «Копировать на все дни». И в дальнейшем можно на какой-то определенный день редактировать режим работы. Нажимаем кнопку «Сохранить». Добавляем фотографии компании. Нажимаем кнопку «Сохранить». После прохождения модерации все изменения будут отображаться в мобильном приложении. Допустим, что у нас компания уже прошла модерацию. Переходим в мобильное приложение и переходим в карточку компании. Мы можем заметить о том, что информация стала о компании больше. Например, в кнопке «Написать» появилось, помимо того, что можно написать в UDS, в том числе появилась возможность написать в WhatsApp. Также можно добавить и другие способы, там, Telegram, Facebook и другие социальные сети. Информация о компании отображается. Описание компании, ссылки, то есть можно добавить в том числе и различные другие адреса, сайты компании. И отображается время работы компании. Профиль будет еще больше заполняться, если добавить товары в прайс. Но это мы рассмотрим в другом уроке. На этом все. Спасибо.